Всем привет, с вами Робот Инкинг снова, и мы набрали 25 лайков, и я продолжаю снимать Pet Simulator 99, и сейчас мы сделаем реперт, потому что тут у нас находится кошак, золотой кошак, необычный кошак, танцующий Доминус, который забаганная анимация у него, конечно, но пофиг, забаганная так забаганная. А здесь надо найти сразу Shiny реликвию. Где-то она должна быть. Так, ну я это знаю. Мне, меня там ключик дадут. Тут уже 1 триллион 500 миллиардов. Нет, погоди, это 1 миллиард. Да. Это 1,5 миллиарда, значит. Потому что вот это вот один такой вот слиток, это миллион. То есть вот это 1,5 миллиона. Так. Тут вроде нет этот реликвий, поэтому делаем реверс. Трейдинг Плаза. Мы туда пойдем сразу. Дофига наград. Какой-то подписчик зашел. И Пэтс нам сильнее. Это то, что нам надо. Да прокачался до реперства 2 часа. То есть, да, ровно 2 часа. Вот вышла игра 2 часа назад. И вот она как раз у меня 2 часа хватило. Ключик от замка. Награды. Телепорт. Телепорт. То, что нам надо. 10 тысяч гемов. Гигантский, легендарный. И вот это тоже хорошая штучка. Фух. Ну что, давай один коин сломаем. Да ладно, все, они сейчас тут сломают. Телепорт. О, да. 46 лака. А, нет, 50 лака. Окей, открываем. И идем в замок. А, нет, не замок, не тут, он следующий. Давай, давай, ломай, 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 ломай. Давайте ломаем. Ломаем. Все, идем в замок. Вон он. Замок. Там у нас котик бегает. Королевский. О, привет. Привет, королевский котик. Джекпот прайс. Какой-то код тут у нас уже есть. Джекпот. Мидас. Критик. Критический удар тут есть. Кристальный сундук. Это нам надо. Смотри-ка. Тут у нас фигня. Можно дальше, пожалуйста. Тоже фигня, но там еще есть круче награды. Утка. Чармы. Еще какой-то Happy Pets. Дальше. Еще чармы. Блэс. Может взорвать, да. И экзотический пэт. Увеличивает силу твоего пэта, лучшего пэта на 150%. Фортуна. Увеличивает коины. Кстати, вот эта вот штука как раз-таки мы сейчас купим. Вот за 800, потому что 25 лайков набрали. Эксперт, стартер пак. Не знаю, что там дальше будет. А, дальше ничего не будет. Ну ладно. А хотелось. Ну ладно, купили так купили. Так, ну все еще есть, кстати. Новый предмет. Крутить хочу я. Чешутся руки. И выпал нам три зельки. Кстати, это хорошо. Мы сейчас пойдем как раз-таки в Хьючатрон. То же самое, как в... неинтересно, иди нафиг. Ну, вроде все. Ну, вот у нас котик тут. Трейдинг Плаза. Да. Сколько тут людей уже, интересно. А, ну да, в принципе, уже все прокачались до одного реперста. Ой, тут даже мой друг есть. Так, мне дали тут сразу... Пожалуйста, задонатьте ботик, но это если вы играли в Please Donate. Уже у кого-то випка есть. Можно купить сразу хорошего пэта, но гемов-то у меня мало. Надо искать людей, у которых они есть. Так, ну давай сразу продадим вот этого пэта. Продадим его за 10 тысяч. Может, кто-то купит. Не, это очень мало. Давай за 50 тысяч? Давай за 100 тысяч. Я не знаю, какая у него цена, но просто вот такая валюта. В принципе, вот это продают за 29 тысяч. Окей. Shiny Pets уже тут есть у кого-то. 3 апельсина продают, это шо? Вот за 50 тысяч, кстати, продают. Ну, то есть, о-о-о. Даже... Нифига, это убери-ка, баги я нашел уже. Даже тут они есть. Вот взять. Как взять? А его нельзя взять. Это шо? Ты чё? Это чей?
Почему он летает? Короче, нам нельзя взять. Тут у нас какие-то арты. Ну, все, вот. Трейдинг Тимбернау скоро добавят. Что есть? Хогов даже не продают, прикинь. Продают фрукт. Он все фрукты в один раз. Давай купим. Это редкие, если что. Так, говно. Вот это продают, кстати, за 30 тысяч. Это, если что, можно трейдить даже ховерборды, если что. Так, ну давай я его не буду продавать за 100 тысяч. Ну, как бы он у всех есть. Давай за 50 тысяч. Как яйцо стоит. Комета. Фигня у меня тоже есть. Давай, что еще можно продать? Яйцо. Могу вот это продать. Сколько? Ну давай. 1 миллион. Вау, 1 миллион. Ребята, у кого есть 1 миллион? Ну, кстати, у людей так-то много, уже 70 тысяч есть. За 1 миллион. Так. Попугаи. Опа! А, нет, это не 11 тысяч. Блин, я купил случайно. Я думал, это 11 тысяч, а это 1000. Вряд ли тут кто-то прокачается, да, очень сильно. Там, кстати, вот кто-то продает эксклюзивное космическое яйцо за 500 тысяч. Будто никто не может взять сейчас, пойти в PlaySimulator X и кинуть его сюда. Кстати, погоди, я 3 фрукта, что ли, купил? 1? А тут по цене 3, кстати, продаются. Давай купим еще. Они, в принципе, хорошие, их можно быстренько прокачать. Они же бустят все. Радужный уже кого-то есть. Радужный шайни. Вот темной материи, наверное, будет следующее обновление как раз. Пустынный котик тут. Агония. Тинти, кстати, продают. Тинти хорошая вещь. А вот это дешевле продают за 10 тысяч. Ну, в принципе, да, тут ни хрена нету. Вот за 9 тысяч продают. Цены потом поменяются, поэтому... Вот, давай посмотрим на бутики. Стенды, точнее. Можно купить за гем. 150. 300? А, это 500, да? Капец. Ладно, все, уходим отсюда. Делать нам здесь больше нечего. Мы сделали реперст. Там, в принципе, побольше всякой фигни крутой. Потому что у нас там пэты сильнее становятся, и можно еще быстрее прокачаться. А люди уже пошли в трейдинг плазу, как я. Ну, да. Ну, надо сразу качаться. Мы-то сильные уже стали. Вот, кстати, гемы забираем. Раз. Вот это я не буду забирать, это надо оставить, когда я дойду до очень сложной локации. Что там очень много дают. Вот это, кстати, нам надо. Вот это нам надо. Все. А, вот это и все. Вся фул. Погоди. Может, я где-то слабого пэта взял? Не, они все такие одинаковые. Ботики есть. Есть дефолтный, есть плиз донейт и есть маскот. Бомжатский прикольный. 3 яйца. Не знаю, что с ними делать. Открывать их не хочется, они редкие. Кстати, вот это нам дали, надо проверить. Они просто кидают молнии в ломалки. Ломалки — это вот монетки, ящики и так далее. Коны я оставлю, поэтому... Что там за награда? Зелька, фигня. Я не буду открывать яйца. Я пока не дойду до хогов, я не буду открывать яйца. Я там открою одну яичко, чтобы у меня пэт был какой-нибудь, и все. Так, вот что я тут стою? У меня уже 500 тысяч! Это я же сколько локаций уже могу сразу открыть. Давай, пошли. Все, уже здесь. Офигеть. Я где-то мог пропустить одну шайни реликт, потому что... Да-да-да, вот... А, это нет, это не оно. Типа, показываю, где оно было. Давай, дальше идем. Ну да, я сильно как будто стал. Так, здесь я вроде все купил. Да, все яйца. 99 яиц. Это сколько у них? А-а-а! 15 плюс яиц нужно. Тут уже 15 яиц можно открывать. Нифига. Но не 99, потому что 99 это в будущем будет, потому что написано coming soon. Скоро, точнее.
То есть они обманули нас. Но они все равно добавят, так скажем. Давай, поехали дальше. Энчанты, кстати, не надо мне. Они обычные. Ой, ё-моё. Спауни все, что. Давай-давай-давай, фармимся. Если что, можно автокликером вот так делать. И они будут ломаться быстрее. Только у меня лагать начинает. Как работает мой мифический энчант? А, нажимай, есть шанс отправить болты молнии к ближайшим ломалкам. Фига себе. К примеру, я вот это делаю. Вот, нажимаю, нажимаю. Блин, это надо долго, потому что это надо на прям очень сложно сломать. Проверили. Работает очень имбово. Реально имбово. Оно все сломало. Оно подтвердило свою мифическую редкость. Что за фигня? У меня тут две награды написаны осталось. Я же все сделал. Что вам надо? Используйте фрукт. Все. Что дальше? А, вот еще же награда. Так, откройте локацию. Ой, это легко, у нас же реперст. Так, сломайте 57, давай. Сколько у меня тут? А, все, идем дальше. И вот тут финалочка у нас. Соберите 4 энчанта. Ладно. Энчанты, кстати, легко зарабатываются со всяких сундучков ивента. То есть ивенты, надо следить за ними. Вот это имба просто. Вот прям совет даю. Есть ивенты, идите за ними. Вот там эти вещи пригодятся. Тут прям гриндить надо. Ну не прям так сильно. Если вы хотите прям очень сильно прокачаться, то гриндить надо. Если вот так по челу поиграете, да, можно пройти. Вот так надо качаться, да. Так. 80. Не, вообще легко. Мои пэты очень жесткие. У меня еще пэт на 1000. О, на 1300. Игры. Офигеть, вот уже столько людей дошло до 20, то есть 300 тысяч людей уже сделали один реперст. Быстро как-то. Ну, либо несколько яиц открыли, я не думаю, что это засчитывается. Возможно, засчитывается, поэтому не 300 тысяч людей уже реперст сделали. Капец, легко. Можно даже не следить за этим процессом. Так, ну смотрите. Я сделал 4-й ранг. Все. Дают нам 3000 гемов. Легенд Фортун флаг. Поставьте в арену, чтобы увеличить 50% коины и 2 раза гемы. Что-то имба. И неймтейк. Ну и неймтейк это просто менять название. На 4-м ранге. Если вы знаете, есть ключик. Кристальный ключик. Он открывает кристальный сундук какой-то. Не знаю, где он, я не помню, где он. Вроде в конце как раз-таки. Там у нас что? А, там есть. Офигеть. Нам туда надо. Нам туда надо сейчас. Там есть баночка. Баночка — это хорошо. С нее можно выбить много лута. Поэтому вот автокликер вырубаем. И с помощью нашей супер мифической энчанты все сплэшем бьем. Но это иногда, конечно. Ну, да, он вообще редкий. Но вот опять побил. Вот лучше вот такие, кстати, бить. Вот X5 коины. Это хорошо. Чё так сложно? Ну нафиг. У меня уже тут второй есть. Поэтому я давай юзну вот это. И мы сейчас... Ой, это шо? Еще. Так-так. Подарочек. Что там у нас? Энчанты. Сломайте 3 баночки. Ну. С монетками. Вот как раз следующий это нам надо. Вот это нам надо. Поэтому быстренько качаемся. Поэтому чего ж такие слабые? Я никакие бусты даже не юзаю на вас. Если бы юзу, они бы уже давно все прокачали.
Вот, нам надо всего лишь 500 раз сломать, вроде бы. О, Атлантида. Плавайте с рыбами, давай. Что это за плавание рыб? У тебя не игра в это, что это? О, это не обе. А, понял, все, понял, понял. Просто в колечки попадать. Несложно, кстати. А, я в это играл. Блин. У меня там написано время лучше. Я думаю, что это за Атлантида? Я думаю, я не играл в него. Так, ну, мы все равно награды надо получать. Вот тоже советую играть вам в эти данжи. Там всякие крутые. Кстати, на Traveling Ninja тоже надо идти. Все, что происходит, надо идти. Тебе каждую минуту говорят что-то делать. Все, мне дали удачные яйца. Вот, кстати, хорошо их юзать, когда ты открываешь яйца, они фармишься. Так, а где у нас этот Traveling Merchant? Вроде где... Crystal Caverns. Вот что там написано, не помню. Что там? Мини-гейм. Машина, апгрейдинг машина. Не... А где? А, во, Merchant Oasis. Вот там сейчас. А, Merchant, это... Какой вот? Именно вот этот или... Нет, это не этот. Там именно Traveling Merchant, кстати. И где он? Он, наверное, гемом должен обозначаться или что? Он же где... Пещеры вроде бы. Где-то вот здесь. А, да, вон он. Почему не обозначается на карте? Стой. Нету ее на карте, ладно. Что тут у нас? Хести и коины. Не, нафиг надо. Так, вот это нам надо взять. Это нам надо взять. Что там дают? Капец, мне этих яблок дофига. Не могу какого-нибудь пэта золотого сделать. Зачем, не знаю, по приколу. Полетели в Атлантиду. В принципе, я все сделал. Репер сделал, больше тут нечего делать. Ну, может, тут до кланов дойти, конечно. Там два реперса надо. Вот сейчас дойду до 25-й локации и посмотрим. Так вот, я нафармил. И мы идем. Где реперс? Так, сейчас я заберу тут все награды. А, реперст ван, да. То есть тут надо искать второй. Где-то он в конце, наверное. Тут у нас пиратская. Там же есть какой-то данж с копанием. Вот я хочу туда. Тут прям майнинг-симулятор. Или вот Treasure Hunt симулятор. Вот. Все. То же самое. Что, хватит? Хватило, конечно. Так. Тут у нас бочки. И здесь у нас фрукты 2. Можно рандомные фрукты, но не надо. Не хочу. Что тут у нас за апгрейд? Коины. О, это хорошо. Сколько плюс? Плюс 10, окей. Опа. Шайни реликвии. Тут у нас пиратские пэты. О, комета. О, еще одна шайни реликвия. Забрали. Мы повысили шанс на шайни. Вот в шип вверх сейчас тут комета где-то будет. Комета, это хорошо, вот она. Ай, ломаем, ломаем, ломаем. Yes. Это тоже ломаем. Ломаем. Мой друг Руфич зашел, ладно. Давай, ломай, 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 ломай. И все. Да, лагает, кстати. Но я это сделаю. Так вот это надо тоже купить. Хотя я яйца не открываю, но куплю. В принципе, все. Я все сделал в этой игре. Если я дойду до второго реперста, то клан я запущу сразу в телеграм-канале. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем удачи и всем пока.